Это новая яхта. Здесь у нас будут кататься в основном русские. Говорят, еще болгары будут по некоторым дням. Сегодня у нее первый тур. Вот только что она вышла. Здесь, сказали, будет кататься турист из Анекс-тура. Яхта хорошая, новая. Отремонтировали. 3 месяца была на ремонте. Внутри, вот на первом этаже, где застекленная, там у них даже есть кондиционеры стоят. Ну, наверху понятно, что там палуба, можно загорать. И вот тенты тоже стоят, то есть чтобы не сгореть.